В нашем городе Уфа имеются вот такие уникальные здания и сооружения. Вот школа рядышком стоит, Газпромовская, да? В общем, и вы посмотрите, что происходит в городе Уфа. Посмотрите просто, что это происходит. Ну, то есть, получается так, что куда смотрит глава города, куда смотрит глава республики. Вот что, как назвать ситуацию, находящуюся на сегодня в стране? Народ, ты где? Народ, у тебя должны были спросить, нужно это делать или нет? Почему с тобой никто не считается? Обрати внимание, пожалуйста, на то, что происходит. Если тебе не безразлично, то есть, да, вот по некоторым данным мы узнали, что, оказывается, хотели вот эту гостиницу отдать медресе. Но даже не дали ее отдать медресе. Тут приехали приставы, начали все громить, глушить. Вообще не показав документы, не показав полномочий, не предъявив ничего. Просто приехали, сначала с бомжами приехали, потом технику пригнали. Это что происходит? Это мы как, куда дальше катимся?